Республиканское агентство лесного хозяйства обратилось в военную прокуратуру по факту возникновения лесных пожаров. Они считают, что причиной трех пожаров могли стать учебные стрельбы, проводимые танковой бригадой, расположенной на станции «Дивизионная». Мы предполагаем, что эти лесные пожары возникли из-за учений, которые там проводились, и, соответственно, те силы, которые были привлечены на тушение, они должны были принять все меры, чтобы потушить лесные пожары, не дать им разгореться. Военные отрицают свою причастность, утверждая, что снаряды, которые используют в учениях, не имеют такой дальности полета, и до эпицентра возгорания они долететь не могли. Да и войсковые пожарные расчеты всегда начеку. У нас вот пожарная команда присутствует на каждом занятии по огневой подготовке. И не было еще такого дня, когда она не присутствовала. То есть даже по завершению стрельб пожарная команда все равно просматривает местность, тот сектор, в котором стреляли, чтобы убедиться в том, что никаких возгораний не произошло. Теперь этим делом будет заниматься прокуратура. Помимо всего прочего, в выходные дни горели леса в Заиграевском и Кабанском районах. Также обнаружены очаги в Волгинском и Кижингинском районах. Локализованы очаги в Баргузине и Прибайкалье. На сегодняшний день уже зарегистрировано 6 грозовых пожаров. Площадь возгорания составила 850 гектаров. Пожары тушат 100 огнеборцев, задействованы 19 единиц техники. Юлия Пермякова, Баир Цыдыпов, Самира Абасова, Александр Ахмаганов. Первое альтернативное.